Вот наша модель, которая делает себе пластику живота. Делает кубики на животе, омолаживает животик. Удаляет лишнюю грязь. Может, на лицо положим? Это классно. Мамя живот. Фу, у Каролины теперь слизкий животик. Би-би-би. Берите. Всем привет! Вы на канале Камила и Каролина. Это вторая часть. Сегодня мы с нашей черепашкой из первой части будем открывать дальше. Да. Ну что, камень, ножницы, бумага? Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Это курица! Это курица! Гриль. Копченая. Блин, как это достать? Да ты сейчас ей ногу отломаешь. Каролина. Ой. Ну что, давай стоять, пробуй. Акулочка. Давай. Стоять, это курица. Желейки, а не курица. Это огромная желейка курица. Сляшечки, да? Вот так. Так что, желейка или не желейка? Не желейка. Совсем не желейка. Каролиночка, ну скорее кусай другую ножку. Ой, как вкусно. А ну еще раз. Каролиночка, кусай, скорее, скорее кусай. Я видела скобку. Нажмите на красную кнопочку и на колокольчик. Тогда вы сможете узнать, когда выходит новое видео. Попало. Еще не попало. Сломалась. Я полетела. Так мне пожарилась, когда летела. Пока! Уходи отсюда! Все, пока. Пока-пока-пока-пока. Это сквар. А камень-ножницы бумага? А я не увидела. Да ладно, открываю уже. Ну что там? Червячки! И мишки, мишек съесть червячки! О боже, червяки! Мишки власти! Каролина! Нет! Каролиночка, нельзя так делать! Тебе в другом видео говорили! Ты баловница! Одно бери, одно бери! Белоса. Одно бери! Там кроме червячков еще есть зайчики, да? Маленькие зайчики. Покажи зайчика. Нету зайчика. Ну вот, Каролина держит зайчика. Это мишка. Мишка. Мишки. Желейные мишки, желейные червячки. Ну что, играем дальше? Угу. Угу. Я забыла. Камень-ножницы. Побыстрее бы, да? Да. Так, ну что, Каролиночка, твоя очередь. А потом на камень-ножницы. Бутербродики. Так, теперь ваша задача. Сложить? Сложить маме бутерброд. Маме. Маме. Мама пришла с работы, мама очень устала. Ой, так быстро. Так, покажи мне бутерброд. Вот. Вот такой вкусный бутерброд. Где сыл? Где сыл? А ты его вон уже положила. Все, давай, спасибо. Я быстрый. Теперь собрать Камиле и Каролине. Готовы? Давайте пробовать. Я уже себе собрала. Откусаем. На, я сама сделала. Какая вкуснятина. Вкусный. Это, наверное, самые вкусные желешки. Самая вкусная. Угу. Да? Как и мишка. Угу. Мишки и бутербродики. Угу. Я повар. Держи, попробуй. Ну, съела. Мам, на тебя так Соня смотрит. Она тоже хочет бутерброд. Ей нельзя.
сладкая. Каролиночка, вернись на экран. А мы будем снимать дальше. Ай, упала. Спасибо. Ну что, девчонки, готовы к новому видео? Да. К новому челленджу, ну, в смысле, к новой тарелочке. Пока мама ушла, черепашка двигала лапкой и подвинулась аж сюда, мы ее поправили. Крыса! А ну покажите. Крыса! Это крыса! А ну, Каролин, не двигай ручкой. Вкусно. Какие крыски, мышки. Крыса или мышки. Попробуй. Дай, я ж попробовать. Так, червячка, ты ж любишь кушать червячка. Это хвосткая. Мам. Да, хвост откусила. Я тянула ее хвост и хвост. Садись, Каролиночка. Вон. А я ей голову откусила. А я ничего не откусила, я полностью съела. Что тебе больше нравится в этой мышке? Мне нравится хвост. Ну, у меня не хвост, потому что он как червячки. Ну, вверх. Сама мышка больше нравится? Ага. А мне хвостик. А мне кажется, что хвостик, что мышка, они оба с кислинкой, да? Ага. Они все такие. Я без кислинка. Вот. Они разные. Такие. Угу. Это ну что, перекусывайте. И я буду нести новую тарелку. Мы уже перекусили мышками. Мы не кошки. Вы мои кошки-мышки. Ну, глянь, как просится. Привет. Звезда Ютуба. Привет, привет. Звезда Ютуба, привет. Это наша Соня. Трюша, да. Трюша. Это мальчик. А это наш Трюша. У него немножко прическа попортилась. У него как будто брови. Так, готовы? Каролина, что ты там разложила? Ого, сколько мышей у тебя! Каролина! Ты Каролина! Ты рисуешь, да? Каролина, королева мышей. Каролина, ты королева мышей? 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Ой, ты как считаешь, хорошо. Мы были в Египте или в Турции, только когда я маленькая была очень. А какая же маленькая была? Ну, не очень такая маленькая. Когда королевича родилась. Ну, тебе уже 6 лет было. Да. А сейчас тебе 8. Да. И Каролина родилась, и когда мы поехали отдыхать, и на нее говорили: Каролина, Украина. Мы в Украине живем. Каролина с Украины! Он вечно кричал, да? Ага, а потом просто: Каролина, Украина! Каролинка, Каролинка. Каролинка, Украинка. Ей было тогда полгодика. Да. Она была такой няшной. Няшной и лысой. Она сейчас няшная. Только когда спит. Зубами к стенке, да? Да. Ну что, ложи своих мышей и будем нести следующую. Она лапку. Ой, сейчас упадет. Мама двигается. Каролиночка, убери тарелку, скорее. Блядь, мама. Она тоже хочет мышку. Она услышала про мышек и тоже захотела мышку. Она понравилась. Хочет. Фу, чем вы меня хотите накормить? Дайте мне рыбы сырой. Это вообще фу. Они любят сырую рыбку. Смотрите, какая шляпка. Ну, это ты супермодель. Да. Играем дальше. Мадам Газель. Я отпишка мила. Хватит смеяться, давайте дальше играть. О, хватите, смеяться. Каролина подошла. Она вынусила. Мама ушла, Каролина подошла к камере. Всем привет. Каролин, повторишь? Это жабки. Каролиночка, ты чего, не кушала неделю? Фу, как ты жабу ешь? Покажите жабу.
они из... Как они сделаются? Из капучки. Желатина. Но они все из желатина делаются, дочь. Я знаю. Желика из желатина делают. Каролина, а как... Каролина себе тормозок на потом отлаживает. Каролина очень любит желейки, да, Каролиночка? А что ты говорила, что... Алина, покажи, как ты делала. Каролина, покажи, как ты говорила. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Вы на канале Трюша Соня. Это Трейвел. Я их ночью путаю. Я по прическе их не путаю, по поводкам. А так... Нашей бабушке не нравилась его борода. Она сказала, я тебя буду любить тогда, когда ты сбреешь бороду. Так что, бабушка, мы сбрили бороду. И один раз ночью ночевали. Бабушка выкинула Соню, а Труша говорит, Сонечка. Нет, это Сонечка была наша беременная. Да, и Труша залез к ней в кровать. Они ночевали у бабушки, да? Да. С детками. И бабушка подумала, а, нет, точнее, Соня залезла на кровать, она... Типа, Трюша, иди отсюда, да? Выгнала ее. Соню. Да, она перепутала. А Трюша, наоборот, кричит, Сонечка, Сонечка, иди сюда. Трюша к ней залез. Обманул Соню. А потом бабушка поняла, что все-таки она ошиблась. Ну что, играем дальше? Да. Ну что, давайте дальше. Каролина запаслась. Каролиночка, давайте играть дальше. Это улитка косметическая. Нет, мам, попробуй. Она разглаживает морщины. Нет. Она удаляет грязь с лица. Каролине надо ее так. Зачем ты ее перевернула? Ей неприятно так. Она очень добрая. Давай. Эту улиточку нам подарили на 8 марта. Подарила, да, подарила бабушкина кума. Ее зовут тетя Лариса. Так что передайте привет тете Ларисе. Тетя Лариса, передаю привет. Да, Королюша, ты где? Тетя Лариса, привет. Тебя не видно. Тетя Лариса, привет. Да, и спасибо за такую улиточку. Мам, можно ты первая? И папа придет. Каролин, подожди, не надо ее мучить. Папа придет, папе положу. Папа будет очень счастлив. Папа. Она такая классная. То она все согласная. Можно я лучше попробую, чем съем? Она так приятно делает по ручке. Давай ладошку. Давай две ладошки. Все, иди садись на свое место. Только не урони ее. Садись, садись на свое место. Камил, двигайся. Привет. Не фукай, не бегай, тебе еще надо. Я Камиле полосу. Нет, ну пожалуйста, не надо, мамочка. Лучше бы Каролине попалась. Можно первая ты будешь? Мама уже пробовала на себе. Вы да, ну Каролина, значит, первая. Она действительно очень подтягивает лицо. С одного раза даже чувствуется эффект. Я положила ее на одну щеку, а на вторую не ложила. И в итоге одна щека была очень подтянута, а вторая обычная. Фу, блин, спрячь. Я не буду ложить ее на лицо. Ее зовут Люська. Люська. Улитка Люська. Тут почти как тетя Люся. Полина, мама. Мы ее с папой в честь тети Люси назвали. Улитка Люська. Да? А где у нее глаза? Вот у нее вот усики, видишь? Внизу и вверху. Привет. Это так, где верхние, вот они глазки. А ну-ка, Нилочка.
Вот они, верхние красивые глазенки наши. Верхние это глазки, а нижние это усики. Видишь, у нее зрачки какие? Только не это, за глазки не вздумайте трогать ее. Вон, видишь, маленькая точечка наверху усика. Не трогай. Я вот это потрогала. Трохи съесть Люся, хочет. Кто это? Хочешь, тебе положу? Трохи. Трохи в шоке будет. Глянь, смотри. Покакала. Все. Не хочу больше. Подожди, давай посмотрим реакцию Трюшу. Трюшину. Побыстрее чуть-чуть. Стой. Дрей, а ну скорее. А ну. Она текает. Соне не нравится наша улитка. Она не внушает ей доверия. Такой интересный. Сюда. А ну поверни черепаху к улитке. Трей, ты загораживаешь мне экран. Вот наша модель, которая делает себе пластику живота. Делает кубики на животе, омолаживает животик. Удаляет лишнюю грязь. Может, на лицо положим? Это классно. А? Маме живот. Фу, Каролина, теперь слизкий животик. Би-би-би. Берите. А еще что-то есть? Есть. Интересно наблюдать, да, так? Маме живот. Маме на живот? Да. Не надо. Надо. Опа. Надо, надо. Опа. Маме живот. Мама. Тебя зовут надо. А черепашку как Полинка назовем? Да. Лиська и Полинка. Это мама, это дочка. Нет, это мама, а это дочка. Мама и дочка. Вероника. Меня не видно. Ложи. А я не тяжело? Кому, черепахи или улитки? Да улитка дома. Лянь, ей нравится. Покатай на спине меня, большая черепаха. Мамочка. Ой, покатай меня, дочечка, на спине. Короли жены не двигай. Люська, Люська. Люська, Люська. Люська, Люська. А, Люська упала. Люзи, осторожно. Не, не ложи, не ложи. Может, ей не нравится там. Нравится и все. Откуда вот у нее, да, столько слизи берется? Лянь, какой у нее ротик. Другой. Каролин, хочешь ее поцеловать? Она превратится в прекрасного принца. Костю. Не хочешь? Это в Костю превратится. А может, Захария? Не, ну мама. Сакала. Нет. А, не превратилась. Ку-ку. Может, ее нужно прям по слизи целовать? Глаз прям. Не, глазики трогать нельзя. Давай увеличим еще глазик. Нет. Алина, на тебя спрятала свой глазик. Не хочет. Вообще-то должны жабы превратить. Ой, бедненькая. Сиди здесь. Так надо было желейную жабу поцеловать. Я иду за желейной. Во, жабка. Это чтобы не превратилось. Трюша, наверное, у тебя прическа испортилась немножко. Наверное, вкус. Не понравилось. Трюша няшный спать ложится. Баю, бай. Это как ребеночек. Такой голёжий мой мальчик.
такой сладкий. Так, ну что, девчонки? Она сама туда залезла. Ляня, наша черепашка ничего не предпринимает, да? Каролин, ну что, из жабок никто не вылупился еще? Она ждет гостю. Так, ну что? Давайте, давайте всем пока говорить. Я не хочу. Не хочешь пока говорить? Всем пока, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. С вами были Камилла и Каролина на канале Камилла и Каролина. Слово Каролине. Нажмите красную кнопочку и колокольчик. И будет выходить все одобрения. Новое видео. Пока-пока. Оведомление, она сказала, по-моему. Оведомление. Пока-пока. Пока-пока.